Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня хочу показать вам, как я пересадила алоэ вера. Алоэ вера мне достался, бабушка-соседка отдала. Он вот в таком вот неприглядном виде. Все веточки кверху, это хорошо. Места занимает мало, но цветку не очень хорошо. Померила я горшочек. Горшочек подошел. Хочу положить в него несколько камушков крупного 3 ножа керамзита. Добавить потом мелкий керамзит. Это чтобы корешки не загнивали. Вот так вот. Немножечко. Потом добавить навоз, перегной, биогумус, кто как это называет. В моем случае это конский перегной. Достался у меня от моих лошадушек. Да, вот такое богатство. Теперь немножечко я добавила золы, витаминки. Вытряхиваем, вытаскиваем цветочек из горшка, из грунта. Сейчас я отряхну немножко, уберу немножко лишнего грунта, освобожу немножко корешки, совсем чуть-чуть. Нижние листики. Нижние убираю, все равно они уже не нужны, они уже отсыхают, отгнивают. Уберем, они нам не надо, лишние. Оставила я алоэ, горшочек, теперь засыпем грунтом. Грунт у меня для суккулентов, для адениумов, для кактусов, в принципе, почти один. Единственное, что для кактусов, я добавляю больше диадомита, либо цеолита, ну, каких-нибудь камушков. Можно крупный песочек. Думаю, цветочку понравится новый горшочек. Протрясем грунт, чтобы опустился, чтобы не было лишнего воздуха в корнях, чтобы грунт немножко утрамбовать. Вот так. Сейчас немножко нужно полить, поставить палочку, что я не приготовила. Ай, на заднем плане там у меня, конечно. Главное, справимся. Поставим так палочку, чтобы временно закрепить алоэ в горшочке, чтобы он укоренился, потом палочку можно достать. Воду я, конечно, тоже забыла приготовить. Сейчас принесем. И поливаю я совсем чуть-чуть, только лишь потому, что грунт у меня был совсем сухой. Только лишь для того, чтобы его прям чуть-чуть немножечко смочить. В принципе, все. До новых встреч, дорогие друзья. До свидания. Ставьте лайки, подписывайтесь. Увидимся.